смотровые комнаты печей под керамическим поместьем. Тоже восстанавливается. Так, а зачем мы здесь все пооткрывали? А, за это. За соточкой. Так, ну а туда нам не попасть. Так, там кто? А, эти горшочки. Так, здесь вряд ли мы пройдем. Можно пробежать. Так, тогда можно прям по ней бежать. Заблудиться. Я же предупреждала тебя, ворона. Упорство тебе не занимать, даже не знаю, это качество мудрецов или глупцов. А хотя, конечно же, глупцов. Прошу меня извинить. Мне нужно уединение, чтобы проучить этого юного негодника. Надеюсь, он возьмется за ум. А теперь вон отсюда. Так, ну это мне не открыть, а зажечь. Так, я, конечно, хотел еще там посмотреть другие территории. Потом вернемся. Там столько локаций осталось, получается. Нашли правильный путь. Так, назад уже, конечно, неудобно. Направо можно куда-то перебраться. Здесь вообще можно спрыгнуть. Так, это, наверное, здесь рано. Так, нет, не со... А, вот здесь наверх можно забраться. Только здесь ничего нет. Не спускаться, в принципе, нам не надо. Так, где-то еще была локация какая-то.
Так, вот здесь что-то есть. Соточка. Так, ну, видимо, все, значит. Больше ничего нету. К сожалению. Ну, ладно. Хотя бы так. То было такое чувство недозавершенности. Вот это место. Налево там, по-моему, делать нечего было. Да, так оттуда мы, видимо, потом сюда попадем. И да, закончим здесь. Так, там вниз, наверное, прыгать не стоит. Не стоит. Что-то съедом. Внутренние печи под керамическим поместьем. О, отлично. Войдем на всякий случай, чтобы сохранение прошло, если оно так не проходит. Так, внутренние печи. Владение керамической ведьмы. Керамическое поместье. Так, у нас сколько? 505. Нужно 600. Так, что-то будет делать. Так, что-то типа яда. Чем из-за этого? Может, не откинуть? А, нет. Откинуть я не могу. Сейчас надо поджечь печь. Это уже на нас не действует. Так, нас, скорее всего, сейчас убьют. Опасаться надо только, когда она падает. А, ты еще дерешься. И потом взрывается. Хорошо. Много.
Так, мы здесь нет, сажать не будем. Там нам не надо. Пока что. Чуть не спрыгнул. Здоровая грязь. Так, я сомневаюсь, что мне сюда надо. Наверное, здесь уже были или не были. Посмотрим, там открылось или нет. Точно, механизм привел в движение те плиты. Нет. Тогда мы здесь не были. Стрелы точно не отбивается. Так, что-то как-то они быстренько меня подбили. Учиться нам негде. Ладно, попробуем так пройти. Так, ты вообще не в тему. В принципе, могу в тебя тоже стрелять. Правда, недолго. Все, все-таки попал. Ну, в идеале, конечно, здесь, наверное, было просто пробегать мимо. Ладно, в принципе, у нас все работает. Так, быстренько добежим. Этих можно не трогать. Так, там еще, кстати, была. Как нам ее забрать? Нам это, видимо, потом. Где-то там надо выйти. А вот там поднимается что-то. Посмотрим. Просто там не было интересно. Как туда попасть? Мы так не попадем туда. Ладно, в другой раз.
все, всех пробегаем. Блин. Хотел нажать. Так, вас слишком много. Отвлекаемся на него. Легче к нему подойти вплотную. Надо было так это сделать. Так, там у нас что-нибудь есть. Забыл про вас. Дальше. Так, куда это нам? Так, понятно. Так, очень удобно. Прыгать нет. Так надо было сделать или не так? А, это наоборот закрывает. Так, а если у меня закончились патроны, что делать? Возвращаться. Так, я бы, конечно, бы и сохранился еще. Восстановил бы ПП. Так, не знаю, хорошая это идея или плохая. Их, конечно, просто обойти, особенно вот этого. Не так много хп, чтобы рисковать. Так, вот наверху есть хп. И это хорошо. С какой стороны появились? Были ли мы тут вообще? Так, в самый низ нам прыгать нельзя. А, ну в целом можно. Нет, это короткий путь.
Отсюда надо куда-то пульнуть, походу. Какой-то урон-то не сильный. После переката. Посильнее будет. Так, вообще с вами не очень интересно. Вы отнимаете ХП. Будет босс. О, прямо здесь запись. Отлично. Может быть, даже можно прокачаться. 600 есть. Мастерская керамическая ведьма. Так, что будем улучшать? Наверное, урон. Таки урон такой самое важное. Ну, будем изучать ее. Ах ты дрянь. Вороны вечно суют клюв не в свое дело. Я здесь пытаюсь спасать людей. Пойми ты уже наконец, смерть не видит тех, кто спрятал свою жизненную энергию внутри сосуда. Я могу обмануть саму смерть с косой. А знаешь, у нас есть кое-что общее. Общее начальство. Но ты, конечно, не доложишь ему обо всем, что тут произошло. Не волнуйся, я сложу твои перышки в красивый сосуд. Керамическая ведьма. Бабушка. Так, изучаем. Это не так опасно. Этот бесявий. Так, и то, и то. Так, вот это вот что-то опаснее. Что-то неприятное вообще. Понятно. А, их нам убивать можно. Да. Так, ладно, пока изучаем бабушку. Ну вот. Взмахи закончились. Так, возможно, можно попробовать вот это оружие, оно будет пошустрее. Здесь много чего надо отбивать. Отпрыгиваем. 5 прыжков. Здесь можно, в принципе, и вот так вот ходить.
чтобы ничего не отбивать. Так, и опять по новой. Так, это что-то новенькое. Чуть-чуть краснеет. Ой, забыл. Пушки. Мы собрались здесь, чтобы почтить память покойной, известной под множеством имен. Гробоплит, могильщик. Керамическая ведьма. Заклинательница сервизов. Чародейка черепков. Карга котелков. И, конечно же, любимая бабушка. Она была полна стремления защитить своих близких, но ее сгубила жажда перехитрить смерть. Страстью всей ее жизни были магия, воскрешение, зелья. И горшки. Ее путь окончен, и теперь ее душа обрела покой. Склоните головы в память о ней, воздайте последние почести. Ее дни сочтены. Давай добьем лучше. Полагаю, мне никогда не избавиться от этой посудины. И все же, надеюсь, ей хорошо в загробной жизни. Ее ведь там ждет дедуршлаг, то есть дедушка. Прошу прощения за оговорку, у меня теперь одна посуда на уме. Я хотел сказать, покойся с миром, бабуль. Она умерла так, как жила, с вазоном на голове. Надо. Так, в другом месте очутились. Так, там. Там, наверное, что-то важное, но. А, здесь ничего нет. Какую-то способность дадут. Лорд Врат. А, ворона. Ну здравствуй. И как-то мы здесь оказались. Вот оно что. И в чем смысл власти над всеми вратами этого мира, если мои слуги вечно забывают их закрывать? Так зачем ты здесь? Мне не доводилось встречать ворон уже много-много лет. Смотрю, вы не меняетесь, эти клювы. Очень мило. Я чувствую, от тебя исходит сильная энергия душ, маленькая ворона. Как странно, мне она кажется знакомой. Ах, так вот почему ты здесь. Хочешь получить награду? Отличная работа, птенец. Браво! Теперь будь хорошей пташкой. Верни их в хранилище. Не нужно приносить души прямиком ко мне. Меня ждут более важные дела. Прощай. Thank you.
Что это ты здесь делаешь? Супервайзер Чендлер. Уже получилось выполнить порученную работу? Постой, это что у тебя, душа великана? Но это не та, которую нужно было доставить. Я не могу ее принять. Как ты вообще... Неважно. Уходи и не возвращайся без порученной души. Я ничего не смогу сделать, пока ты не принесешь порученную душу. Разве ты не видишь, что я здесь зашиваюсь? Если ты умрешь и не сможешь закончить свою работу, может, вся эта бумажная волокита останется мне? И я была бы так счастлива. Так, это у нас не меняется. Так, там мы купить ничего не сможем. Так, хорошо, и куда нам теперь идти? Куда нам идти с этой душой? Так, возможно, надо вернуться. Так, где у нас там эти души? Душа керамической ведьмы. Могущественная ведьма, жаждущая защитить своих близких. Ее сгубило желание перехитрить смерть. Страстью всей ее жизни были магия, воскрешение, зелья и горшки. Так, ну, нам надо вернуться в рощу. Тому ворону. Так, затерянное кладбище. Роща духов. Скорее всего, сюда. Так, нет. Не сюда. Кладбище надо. Заодно проверим, сейчас урон у нас увеличился или нет. По этим было два удара. Из меча. Так, этим у нас получается тоже теперь два удара. Так, а мечом, наверное, может быть один. Может быть, по этим три было. Три осталось. Так, надо других найти. Так, он и не ходит. Если с одного не убьет, то плохо. Нет, с одного не убивает. Следовательно, лучше взять вот эти кинжалы. Они будут побыстрее. А урон, в принципе, я так понимаю, такой же. Так, теперь мы можем сюда попасть. Но хотелось бы дойти до того. Пускай нам что-нибудь скажет. Но надо нам по-любому сюда. Этим мы потом научимся поднимать. Так, а здесь же тоже у нас, по-моему... Нет, здесь врат нету. Не могу поверить. За столь короткое время у тебя получилось совершить такое, что я не смог добиться за годы. Если заберешь души двух остальных великанов, мы сможем открыть врата смерти. Тебе лучше пойти на восток, за лес. Там самозваный король правит руинами затопленного собора, истязая обитателей чаще. Так, еще что-нибудь. Нужен совет, куда отправиться дальше? Так, ну то же самое. Тоже есть какой-то ключ к заросшим руинам. Так, это у нас сверху точно ничего не было.
точно. Так, попробуем сначала туда попасть. Короткий путь. Немаловажный. Так, если нам не спрыгнуть. Так, ну, да, вроде это просто короткий путь. Туда нам пока не попасть. А потом мы сможем вот эти открывать. Да нет, здесь что-то другое будет. Это будет другое. По веревке, наверное, подниматься сможем. К заросшим руинам. Так, это, наверное, зажечь надо. И заряды дают. Нормально так. Так, я наверх хочу.